их первый рубль. Ничего не хочется вообще. Хочется быть здоровым просто и жить долго, счастливо, и играть как можно дольше. Сергей Обухов, капитан хоккейной команды «Родина». Когда в команду мастеров пришел, в 15 лет, по-моему, тогда вот нас еще с одним подающим надежды хоккеистом поставили на одну ставку. То есть тогда, может, рублей 70. Для нас, пацанов, это вообще замечательно было. Копили на первые свои машины. Ну вот у меня была BMW 316, то есть, ну, лето поездили, побаловались, потом продали. Часть откладывали какую-то это, но, знаете, у каждого свой образ жизни. Кто-то, да, там, дискотеки, все остальное. Но вот мы тогда были просто влюблены в хоккей. Просто так вот, я не помню, что куда-то мы там деньги тратили, пьянство там или еще что-нибудь такого не было никогда. Так нет, почему родителям помогали? Почему? Потому что все равно же мы были большие, с хорошим аппетитом. В Швеции, вот я, когда переехал, 8 лет там играл, то есть там, ну, как там зарплата $1500, то есть у меня первая была, то есть с нее начали, потом понятно, что все было больше, то есть. А покупка, вот сейчас помню, просто дом в Швеции покупал, когда, то есть я мог наличными заплатить, то есть полную сумму, то есть за дом, но шведы мне подсказали, что не делай это, так как там выгодно иметь на себе кредит, соответственно, у тебя различные налоговые льготы, соответственно, там очень выгодно иметь кредит, понимаете, вот. В отличие, опять же, от нашей страны. У меня нет такого цели, знаете, там, кого-то чем-то удивить, потому что жизнь в Швеции, на самом деле, меня очень многому научила, то есть надо быть скромнее. Есть такое чувство. Может, она обманчива, не знаю. Известные люди Кирова рассказывают о том, как они заработали свой первый рубль.